Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вас всегда ждут свежие обзоры на все, что в игре происходит. И сегодня я разместил видео по поводу того, что вам такую машину, как Светоносец, можно будет забрать себе абсолютно бесплатно, проходя хэллоуинский ивент, и основывал свою позицию на том, что услышал и как я это понял, посмотрев англоязычный стрим. Но, ребят, посмотрев на русском языке стримчика Танны Тортик и Артура No Name, я очень сильно расстроился. Почему? Потому что на данном стриме действительно Артур No Name и Анна Тортик говорили, что вот эту вот тачку забрать бесплатно не получится. Связано это с тем, что оказывается в этом хэллоуинском ивенте, и я действительно это не то чтобы не досмотрел и не придал этому какого-то определенного значения, когда просматривал стрим на английском языке, здесь действительно есть награды, которые закрыты замком, и в частности к этим наградам относится, кстати, не только сама эта тачка, но и контейнеры, которые здесь в конце, из которых можно забрать себе жнеца с какой-то долей вероятности. И вот для того, чтобы открыть доступ к наградам, которые обозначены этими замочками закрытыми, необходимо будет все-таки задонатить. Необходимо будет купить себе пропуск обычный, либо более дорогой. И, как я понял, стоимость обычного будет в районе где-то $7. И в целом, даже не знаю, ребят, насколько имеет смысл идти до самого конца, до 61-й сдачи за эти деньги. Но вот факт того, что семерка сама будет уникальной, это все равно не отменяет. Ну и, соответственно, что могу сказать от себя? Да, безусловно, данную тачку хотелось бы, чтобы разработчики предоставили в доступ всем игрокам, кто нормально хорошенько запотеет в боевые задачи, но, к сожалению, на этом хэллоуине разработчики решили иначе. Приношу извинения всем тем, кого ввел в заблуждение своей предыдущей информации. Вся остальная информация остается абсолютно без изменений. Все, что я анонсировал в отношении бесплатного и халявного, что разработчики подготовили на хэллоуин, оно так и остается, но вот эти вот замочки действительно ударили под дых и очень сильно. Ну что ж, друзья, в любом случае будем ожидать данного ивентика. Напишите свое мнение по поводу ивента, напишите свое мнение по поводу стоимости пропуска для прохождения данного ивента, так, чтобы можно было забрать все награды оттуда. Я с удовольствием почитаю, ну и надеюсь, что нет зрителей, которые остались дико на меня в обиде. Я стараюсь специально для вас, и да, безусловно, периодически допускаю какие-то ошибки, но эти ошибки я всегда готов признавать. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.